Здравствуйте, вы на канале Виктория Хобби и Жизнь. Мы продолжаем серию подробных мастер-классов по созданию орхидеи. Это уже третья часть из шести. Сегодня мы сделаем серединку для нашей орхидеи из белого бисера номер 12. Начнем из самого маленького цветка орхидеи. Сначала сделаем два небольших круглых листка. На ось набираем 2 бисеринки и рабочей проволокой делаем 2 полных оборота. Затем сплетем серединку. На ось набираем 10 бисеринок и рабочей проволокой оплетаем только один раз. Затем делаем приблизительные замеры 2 неполных рядов, которые мы будем доплетать, так как показано на видео. Наши заготовки готовы, пора собирать наш цветок орхидеи. Скручиваем все вместе. А центр орхидеи украсим красной бусой. Для всех остальных цветков орхидеи на ось набираем для маленьких листков 3 бисеринки и делаем 2 оборота рабочей проволокой. А на центральный листок на ось набираем 15 бисеринок, делаем 1 полный оборот рабочей проволокой и доплетаем 2 неполных ряда.
Собираем цветок и центр украсим красной бусой. Также сделаем и с остальными цветками орхидеи. Вот такие яркие цветы орхидеи у нас получились. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой канал. В следующем видео мы будем плести зеленые листики для нашей орхидеи. Всем пока-пока!